В Международный день музеев, который отмечается 18 мая, во всем мире проводится ставшая уже традиционной акция «Ночь музеев». В этот день, точнее ночь, все желающие совершенно бесплатно могут посетить музейные выставки и экспозиции. Славянский историко-краеведческий музей тоже встречал гостей. Открытие «Ночи музеев» в Славянском историко-краеведческом музее, как всегда, прошло в торжественной обстановке. Были приглашены почетные гости, представители администрации казачества. Праздничное настроение создавали творческие коллективы. Россия моя! Участники праздника исполняли песни, читали стихи, а после отправились на экскурсию по музею. Юных посетителей на входе встречал кукольный театр. Дети сами могли выбрать себе персонажа и вместе с ним поставить сказку. Взрослым тоже было на что посмотреть. Музейные работники проводили экскурсии, демонстрировали наиболее интересные экспонаты, многие из которых достаются из хранилищ специально к этому дню. Посетители остались довольны тем, как провели субботний вечер. Интересное мероприятие. Узнали о нем совершенно случайно. Вот. Ну, всегда интересно узнать что-то из нашей истории. Вот. Как жили наши предки, деды, прадеды. Вот. И с интересом вот смотрим экспонаты. Ну, вообще, мы в этом музее были очень давно, когда детьми были. Вот, сейчас очень интересно посмотреть, что изменилось, что нового. Ну, вообще, молодцы организаторы, большое удовольствие получаем посещение музея. Много интересного можно было увидеть и услышать не только в музее, но и около него. Там расположилась ярмарка-выставка народно-прикладного творчества. Картины, посуда, поделки из дерева и кожи, украшения – все ручная работа. Все изделия можно было приобрести на память о ночи музеев в Славянске на Кубани. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».